Есть некая клика Путина, которая вначале захватила Россию, и вина русских здесь в том, что они инфантильные, не в том, что они злодеи, а в том, что они инфантильные, слабые, не смогли защититься там, и так далее, и так далее. Слепые, не увидели опасности, а не в том, что они как бы носители зла. Поэтому, наверное, с позиции вот этой жертвы можно сказать о том, что мы несем ответственность, но мы не виновны. Да? И я думаю, что часть общества так и скажет. Дело в том, что после войны будет очень важна как раз персональная, то есть все-таки персональные дела, персональную ответственность.